В этом видео возможно употребление ненормативной лексики. Оно не имеет цели кого-то оскорбить или унизить и несет исключительно развлекающий характер. Всем привет, мы продолжаем проходить God of War Ragnarok. Сегодня мы, значит, отправимся в Муспельхейм, посмотрим, что там за горнило и вообще, чем можно заняться в Муспельхейме. По анализу, как с первой части, Муспельхейм это как бы больше локация для фарма каких-то ресурсов для улучшения. Мне так кажется. Ну и само название Горнило, так как Darksiders и подразумевает собой какую-то арену. Все, Ванахейм здесь я зачистил. О, у вас просто такие лица. Привет, вот это, Синдри. Кстати, бах какой-то с вот этим значком, что оружие постоянно горит. Я совсем не обиделся. Угу. Так. Перемещаемся до Муспельхейм и посмотрим, что у нас там в Муспельхейме находится. Так, вот он, Муспельхейм. Мир открыт для путешествий, нажмите, чтобы открыть карту. Собраны семена Игдрасиля. Одно. Доступное задание. Задание. Горнило. Сколько у нас птиц Одина? Мы не можем вот здесь сразу увидеть, да? Перейти на карту, Дом Синдри. Так, ладно. Тогда Муспельхейм полетели. Вот оно, горнило. И вон наше задание. Горнило. Его, кстати, активировать, но, наверное, потом. Давайте сначала переместимся. А Трей где-то был вот в этой области. Ну что, глянем, в какой закоулок Муспельхейма ведет это семя. Видишь, когда я делаю уклонение в сторону, от него прям такой золотой шлейф идет. Это действует амулет на дальность перемещения или уклонения. Горнило. Такая будет фоточка на превьюшечку, пока месть. Там посмотрим. А видишь, как отражается лава на лезвии топора? Красиво так переливается. Даже нас никто не... Пришли побуянить, а? Я так и думал, что вы не упустите шансы еще раз попробовать себя в испытании. Надо же! Семя и вправду привело нас на арену Сурта. Смотри, а что горит? Что горит? Рукоять сияющего отражения. Божественный пепел. А, сила руны восстановления. Каждый успешный бросок топора дает заряды вечной мерзлоты. Успешные точные броски дают еще больше таких зарядов. Угу. Это такая рукоять появилась. Клинки хаоса, истинное пламя. Увеличение урона от рунических атак клинками при максимальном запасе жара. Довольно-таки неплохие здесь штуки, слушай. Копье Драупнер, воинский тыльник эхо. Атаки копьем врагов, врагов, на которых действует звук, наносят дополнительный урон и дают дополнительные заряды навыка Ихарь. Угу. Что еще? Есть щит. Ага, есть каркас поглощения. Получение зарядов вечной мерзлоты, жара и вихрь при блокировании или парировании. О, вот это неплохо. То есть мы блокируемся, парируем атаки и заряжаем мерзлоту или жару или вихрь оружия. То есть вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Так, это каркас, а щит? Щита нету, да? Но... еще меч. А госпожа Фрейя?
о Жефрее нету ничего. Ну что, решился? И также горит дальше вот это. По броне. Сейчас что-нибудь с варганем. По броне ничего нету, да? Да. Нету. Хочешь языком почесать, пока время есть? Хочу. Что ты знаешь об испытаниях? Да так, обычные муспельхеймские драки, свалки и побоища. Поговаривают, что таким образом Сурд затачивает свои клинки. Но я думаю, он, как и мы, просто большой любитель кровавых состязаний. Чего смотришь? Ты знаешь, он будет в порядке. Не знаю. Ему это было нужно. Он в опасности. А с тобой он был в безопасности, что ли? Не был на волосок от смерти, скажешь? Ни разу, да? Я сюда не за этим пришел. Знаю. Это за счет заведения. Для всех постоянных клиентов. Все, довольно об этом. Все, почесали языками и хватит. Здесь вот какая-то штучка, это, наверное, цветок для Фрея, да? Пепельник. Пепельник. Так, ага, вижу арену. Вижу сундук Норнов. Какие-то... А, вот это испытание, вот. Что? Мне уже доводилось видеть такой меч. Он таит в себе испытание. Так, хорошо. Что еще здесь есть? Здесь есть выше. Так, а в самом низу? Хорошо, давай посмотрим, что в самом низу. А, вижу здесь какие-то вот печати. Так, броху, да. Получается, здесь мы где-то начинаем. Есть раз налево, два направо. И есть еще вот такая вот. Давай начнем слева направо, ладно. Наше путешествие слева направо. Вот так вот и начнем. Это чтобы начать испытание. Так. Ну давай попробуем. Да, видишь, здесь будут чисто всякие испытания, ресурсы, и мы можем скрафтить вот те предметы. Выбор за тобой. Успехимские испытания. 1-2. Владение оружием победителя первого за отведенное время. И безупречность. Избегайте получения урона. О, избегайте получения урона, ненавижу. Начинает. С каким оружием? Разница? Нет, нет. А, сверху? А, теперь огонь есть. Ай, гаденыш. А? Копье. Сзади, берегись! Где сзади?
Кто ты такой? Морозильник. Морозильник. Тень лучник из Хеля. Этот уродец сейчас взорвется! Драугр, слева! Ой, бля! Осторожно! Блядь, те огненные, те ледяные. О, вижу ногу, ногу, ногу вижу. Остался один враг. Ох ты гад. Владение оружием выполнено. Ну так, Кратос, что размяли. Я вижу сундук. Иди. Сундуки я люблю. Божественный пепел. Испытание пройдено, но мы еще не все здесь осмотрели. Может, есть другие площадки? О, наплечники пламенистого какого-то там. Наплечники неугасаемого пламени. О, смотри, параметров много дает. При полном заряде вечной мерзлоты, жары или вихря Кратос получает щит, предотвращающий потерю заряда при первом пропущенном ударе. При полном заряде. Ну, то есть это когда ты набрал, но не успел активировать, и тебя ударили, то у тебя не сбрасывается. Ну, как бы звучит вроде бы и неплохо. В принципе, да. Почему бы и нет? Вот так он выглядит, да, на одном плече такой массивный булыжник. Сундучок уехал, да? Ну, здесь, конечно, второе сложноватое испытание. Это не получение урона. Давайте попробуем. Тебе что-нибудь из этого приглянулось? А ну стой. Давайте сходим к Броку, посмотрим, что в лавке. Я вот думаю, наверное, рукоять не для клинков это не нужна. А вот улучшить, в принципе, можно вот эту. До 7 уровня. Она там параметры дает хорошие. Вот это, наверное, каркас поглощения себе, пожалуй, потом сделаю. 1000 божественный, на божественный пепел 1000 нужна. Так, давайте второе испытание. Может быть, для начала устроим разминку? Вечность. Нет, зачем же? Поехали. Здесь нужно 15 врагов убить без получения урона. За тобой, враг! Тебя атакуют сзади! Где он? Сейчас взорвется! Назад! Спасибо, Фрея. Почти уже есть. Правее себя! Вот
Есть! В принципе, несложно. Где он? Не вижу. Наверху. Берегись! Сзади! Еще где-то три. Приготовься! Парируй! Ого! Нет! Отдохни. Соберись. Так я и знал, что из-за этой атаки я это... Блин, обидно на последний. Лучше бы я его руками бил. Так, давайте еще раз попробуем. Блин, надо же так сглупил. Что из этого попробуем сегодня? Они идут. Да там только в конце тяжело. Кошмар! Слева! Альфа! Бля! Они взрываются. Видишь, ну тогда кошмары как-то... Кошмарами как-то я не самое. Кошмарам нужно топором кидать. Еще раз. Сука. Вот это мое самое нелюбимое испытание на безупречной. Готовься! Будет взрыв! Осторожно! И они еще и взрываются все, кому не лень. Но здесь Дефрея, когда их держит, это очень удобно. Блин, я тогда с первого раза так четко прошел, вообще без напряга. Тупанул только уже в конце потом. Что я сделал? Хотел? С правой стороны! Блядь! Да что ж такое, а? Соберись! Приступим!
Так, поехали. Опа, сейчас рванет. И стрелы лучше использовать. Слева! Атакуют! Ему топорик. Что вообще сделал? Парируй! Не-не-не-не! Нахуй! Берегись, сверху! И ты сверху! Уйди! Уйди! Я манал, короче. Что, добиваю? А еще не все. А кто еще? Берегись, сверху! Где сверху? Ух. Здесь такие, наверное, лучше атаки на дальность себе выбрать. Там же есть всякие у нас лучезарные. Эти самые. Выстрелы всякие биврёстовые. А здесь, видишь, ничего цен, ну, только это самое пыли все было. Подожди, а здесь разве не должен где-то открываться новый проход, типа вот такого? Нет, значит здесь все. Здесь ничего не появилось в центре. Пойдем, значит, дальше. Да, наверх. Так, есть куда-то сюда. А, вижу меч. Это, подожди. Чего? Так. У нас здесь за испытание. Выбывание. Противники быстро восстанавливаются после любого урона. Помню, было такое же. Насыщение разрыва. Закройте разрыв за отведенное время, бросая в него сферы. Интересно, давай по очереди. Выбывание, поехали. Готовься. Это типа как будто на них действует постоянно нёха. Справа! Это их нужно оглушать. Брат, сзади! Выше! Я злобно летит туда! Кто? О, я злобно. С левой стороны яд! Подожди, стряк. Не-не-не, надо руками. Нет, оглушение тоже не действует. А как мне их тогда?
Подожди, подожди, подожди. Оглушение не действует на них. Нужно разобраться, подожди. О, как-то убиваются. Да блядь! Осторожно, сзади! Заповал! Блядь, клюет. А, в яму нужно сбрасывать. О. Лобель устроился наверху! Надо его сбить! А, вот он. Оп, и он падает в лаву. Кратос! Сзади враг! Осторожно! Сзади! Нужно сбрасывать. Так. Эй, слева! Врагов снов со склоном, ага. Ого. И туда отправляем его. Отличненько. Берегись! Сверху! Как мило. Как мне его достать оттуда? Хочешь сказать, что мне нужно его? Кратос, сзади враг! Это не Пьянка! Берегись! За тобой биврёт! Да блядь, да хер... Осторожней, брат! Это биврёт! Ай! Опять жизни мало. Падай, сука! Альфа! Дураки! Левее тебя! Осторожно, слева! Сука, падай! Блять, да не я, падай! Пиздец, эти биврёстовые охуели, блять! Блин, а чем же им таким скидывать? Есть, есть специальная штука. Туман, там где такая волна их отталкивает. Во, туман. Туман Фимбул Винтера. А сколько второй уровень стоит? 3000. А на первую есть что-то? На легкую атаку?
Сейчас посмотрю. Вот, кстати, буря Ньорда, в принципе, можно взять. Смотри, он потом и в конце вот так вот, видишь, отталкивает. Пипец. Давай качаем. Поехали. Можно было камень использовать, конечно. Кончай со злобным, пока все не потравили. Правее! А вот эта, кстати, атака хорошо работает. Может, копье попробовать лучше? Я сзади! О, там есть, атака, которая отфутболивает прям. Влево! Берегись, Кратос! Не привязывай его! Брат сзади! Да, блять, сука, двоих не могу ничего им сделать! Да пошел же ты в лаву, блядь! Да ты посмотри, сука, не хотят идти все в лаву. Прощай! Да все светится, хер просыпь. Топориком, наверное, проще, блядь, будет. Кратос, сзади враг! О, это работает. Правее тебя! Сел. Примерз. Летел. Летел. Улетел. И в рёсты пошли. Будет падать или будет там так вести? Сзади биврёст! Тело. Как мне его скинуть? Ушла отсюда. Ой, никто. Ушла. Во-во, это что такое? Активируй! Так падаешь. Тело. Сука, вот.
Есть. Ух, было сложно вас там. Кстати, печати хорошо работают. Пройдите испытание горнила 3 из 6. Мне понравилось. Это что у нас? Наплечник, да? Так, повышает скорость накопления вечной мерзлоты, жары и вихря. Ускорение на 15%. Угу. Нужно смотреть. Потому что у этих моих наручей очень хорошие показатели по этим самым, по характеристикам. Контроль энергии. Браслеты неугасаемого. Ой. Левиафан это шо? Пизда. Ледяной порыв. А это ледяной гребень. О. Энергии. Энергия. Чтобы для того, чтобы быстрее зарядить клинок. Так, смотрим второе испытание. И второе будет попроще. Насыщение разрыва. Закройте разрыв за отведенное время, бросая в него сферы. Какие сферы сюда? Убивайте светящихся врагов, чтобы получить сферы. Любопытно. Бросайте. Похоже, сферы эти сферы в разлом. Душ надо закинуть в пустоту. Ага. Понятно. Разрывается, разрывается, отходим. Что это такое? Взрывается! И что еще такое? А вот бомбы. Берем. Сколько время? 15 секунд! 10! 9! 8! Сука, взорвалась! А где остальные? Они в яме, блядь! Это лишь преграда, не более того. Давай заново. Пора. Как мне бесят эти таймеры, а? То есть если челик по какой-то причине свалится в яму, то вот эта хрень окажется в лаве. И я не смогу ее использовать. Какие там это бомба? Тебя атакуют сзади! Рэп, отмахи. Торопись, брат! Что такое? Бомба. 8 3 2, начинай! Сейчас взорвется! Есть! Назад! На последней секунде закрыл. В смысле? Это не все! Враги слева! А сколько так раз надо сделать?
Охренеть. Пятнадцать бомбардиров сделать нужно. Добивай. Красиво как. Осторожно! Бомбы туда сразу. Был мало. Где там топорик? Осторожно! Да, блядь! У меня шея заледенела! Сука! Да я под ноги. Еще. Добивай. Лобой слои. Блин. Не пойму. Стрелы, брат, стрелы! А где там? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, где топорик? Последний. Давай. Хватай бомбу. Да ты сказал последний. На последней секунде. Сложно. Насыщение взрыва — это сложно. Осталось два испытания. Ух. Полезного, да? Дух уехал. Все, здесь испытание пройдено. Ищем следующее. Сундуком еще вот этим непонятно. Можно куда-то дальше, или это, а это, наверное, будет такое испытание. Контроль численности. Убейте предводителя, удерживая под контролем численность рядовых врагов. Вообще ничего не понятно. И царь горы, не пропускайте врагов внутрь кольца, пока не истечет время. Контроль численности. Поехали. Бейте предводителя, удерживая под контролем численность рядовых врагов. Лежу в оба! 4 из 4. Вот если я его типа убиваю, да? Кто из них типа главный? Убиваю я, и что происходит? Ага. Я понял. Враг справа! Блин,
И он ушел бить, не убивая мелких. Брат, этот злобень устроился наверху! Пусть сидит где хочет. Испытание горнила провалено. Не понял. Ничего не понял. Что не так? Еще раз. Убейте предводителя, удерживая под контролем численность. Все понял. Дошло. Их должно быть не больше 4. Догнал. Все. Понял я, ребятки. Погнали туда. Осторожно, сзади! Задаем жару! Вот сейчас можно его убивать. Осторожно, сзади! Добивай. 4 из 4. Выполнено? Выполнено. Ну, это было легко. Наверное, одно из самых легких заданий, мне кажется, нет? В принципе, ничего такого сложного нет. Убиваешь быстро мелких, бьешь большого. Появились лишние мелкие, убиваешь мелкого, добиваешь большого. Доводишь большого до кондиции, ждешь, когда можно, и добиваешь, и все. Мы здесь пока что не все места обошли. Возможно, есть еще площадка. Пояс. То же самое, да? А что моя повязка дает? Увеличивает длительность всех негативных эффектов. Угу. Смесь негативных эффектов. Здесь ускорение получения мерзлоты. Плюс-минус. Плюс на минус, да? Так, посмотрим второе задание. Царь горы. Не пускайте врагов внутрь кольца, пока не время. Внутрь кольца. Где кольцо? Где кольцо? Ага. Ну-ка, наблюдаю. Есть эффект от того, как заряжается или не заряжается? Блять, он в кольце застыл. Все, следующая. А тут здесь следующие атаки. Слева! Еще один драугер! Тебя атакуют сзади! Подожди, там он еще одно кольцо. А какое мне кольцо нужно? Брат, сзади! Оба красные. Мне, наверное, нужно и туда успеть. Осторожно, сзади! Сзади, брат! 8 секунд осталось. Блять, куда ты смотришь, Кратос? Забивай. А тут здесь следует. Я ничего не понимаю, как проходить. Как я прошел?
Я убил всех врагов, типа. Или как? Сколько колец? 2 кольца. Враги слева от тебя! Яд, справа! Пушка. Блять, сам упал. Где еще? Этот круг свободен, вон. Ой-ой-ой! Осторожней, брат! Это бедрёс! 20 секунд осталось. Выполнено. Это я вообще, и я ничего не понял, как, но я прошел. И горнило тоже выполнено. 10 000 опыта Кратосу и 2,5 Фрея. Я вообще не понял, как я царь горы прошел. Но я так понял, после окончания таймера ни в одном из 3 кругов не должно быть врагов. Мы повидали все площадки и завершили все бои. Может, в главном зале что-то изменилось? Пойдем посмотрим. А, смотри, здесь сундук открыт. А, на каждом из мечей 2 меча по 2 испытания. Вот эти печати. Мы их открыли. Пламя хаоса. Сталь реагирует. А, небольшой огонек. Этот меч. Его раньше не было. И здесь смотри, сколько будет испытаний сейчас. Или здесь типа все испытания вместе взятые? А ну-ка. Или здесь одно главное? Он не станет нас слушать. Сначала нужно пройти другие испытания. Финальные испытания начато. Пройти 6 последних испытаний горнила. Это они где? Хорошо, только я не знаю, где они. Дай в броку пока схожу. Огненные клинки как будто остыли. Давай их сюда. Драупнер. Тоже что-то прокачал Драупнер. Наступление генерала. Энергия, оглушение, урон. Да, больше ничего. Да. Хаоса. А, не, это пламя, это целая искорка. Ух ты ж-ка, нифига себе. Клинки с пылу с жару. Клинки с пылу с жару. Да. За испытание, получается, мы получили. За 6 испытаний горнила мы получили пламя хаоса. Броня. Нужно что-то особенное? Колоссальное пламя. А, это чтобы его улучшить. Божественный пепел нужен. На каждом этапе улучшений нужен вот этот пепел.
И деньги. Я же забыл, что я хотел что-то создать. А, я хотел щит. Щит. Каркас. Поглощение. Во, да? Вот этот я хотел. Получение заряда вечной мерзлоты при блокировании или парировании. У меня сейчас какой-то каркас отражения. Ты же не знаю. Врежет гораздо больнее. Как бы каркас поглощения, раскаленные угли. Товар возврату не подлежит. Не подлежит. Показывает 34-34. А куда показывает эта метка? Я не понял. А какие мы прошли? Горнило. Испытание Муспельхейма. Горнило. Раз. Два. Ну, так мы ж прошли три. А где финальное? Испытание Горнило. 6 из 15. 6 из 15 испытаний. Только я вот не пойму, где остальные тогда испытания находятся. Если они не здесь. Извини, на земле руны. Те же, что и на других площадках. Значит, они связаны. То есть синие это типа активированные, правильно? Это находится еще здесь. Такие испытания. Только непонятно, они то ли находятся где-то на другой локации. Как мне попасть? Ну это пройденное, правильно? Кстати, их можем повторно выполнять? Получать. Я понял. Ага, дошло. Ну давай также начнем с левой тогда. Вот возьмем вот эту левую. Короче, в каждом клинке появилось по новому заданию. После прохождения откроется еще одно. То есть теперь, короче, три клинка, в каждом по 4 испытания будет. Если я правильно понял. Я наиграл уже 34 часа. Настройки, навыки, клинки хаоса. Один навык только открылся. Опаленная земля 3. Горящая область, созданная полностью заряженным опаленной землей, становится больше и наносит увеличенный урон. И все? И все? Просто один параметр? Так, ну что ж, давайте-то продолжим испытание. Понимаешь, здесь должно появиться сейчас третье испытание. Да, вот на буйство. Победитель не менее 20 врагов за отведенное время. Поехали. Надеюсь, ты готов, брат? Алка! Скажи, когда стрелять! Стреляй! Я только что обратил внимание, у него почему-то здоровье с желтого. Алка! Желтого стало на... другим. Тебе новое добивание. Улетел. Спасибо. Скажи, когда стрелять. Стреляй. Стреляй, не жди, Фрея. Стратос, враг сзади тебя.
сзади! Седлай. Седлай коней. А, время, время ж. Где враги? Хватило трошки, да? Хватило. Ничего, пройдет, ты справишься. Убивай. Убивай. Где, 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 где? Блядь. 9 секунд. Ой, это печара. Не успел. Это будет уроком. На копье не хватает этих самых рун. Погнали еще раз. Сейчас взорвется! Назад! Шевелись! Слева! Ты чё, сука? А что по урону вообще голяк такой? Рэй стоит, подпекает. Время 30 секунд. Добивание долго занимает времени. Быстро заряжается, кстати. Вечная мерзлота. Блять, этот опять. Что там, выполнено? Что мы сделали? Угу. Мы дали приказ. Офигеть, я не знаю, как там на долях секунды, я не знаю, как там все враги взорвались разом. Обалдеть. Наверное, печати Фрей помогли. О, асгардский слиток, божественный пепел. Я смогу броню докачать свою. Опа, дымящиеся угли. Это ресурс используют для улучшения брони, можно найти в горниле Муспельхейма. А здесь все, типа? Здесь, походу, все. Сейчас это сбегаю. Торговцу. Ага, вот, одна горит. Ну смотри, горит одна из двух. Ладно, сейчас сбегаю. Давай я свои обмотки выживальщика дальше продолжу улучшать. Вот есть азартские слитки.
До 8 уровня. Ого! А я хорош, да? Хорошо. И прочные обломки дальше нужны. Здесь больше вроде ничего не смогу такого улучшить. Так, теперь пойдемте к среднему. Среднему кристаллу вот этому. Так, это вот этот. Если я ничего не перепутал, тут где мы в ямы сбрасывали. Вампиризм. Вы непрерывно теряете здоровье, но восстанавливаете его, нанося урон. Вампиризм. Поехали. Стреляют в спину! Я что-то не вижу, вечная мерзлота не работает, не набирается. Здоровье. Здоровье. Кратос, враг сзади тебя! Если сзади меня. Стреляю! Враги левее тебя! Хорошо, левее. Воу! Умертвие. Осторожно, сзади! Я не пойму. Где мой топорик? Можно взмать? Хорошо, это работает! Она отражает, подожди. Кто ты отбил? Осторожно, сзади! Сейчас будет разделяться. Давай. Добивание дает мне здоровье или нет? Ого, взорвался. Эй, слева! Не позволяй этой гнёте петь! Какой, какой? Вон эти эльфы. Эй, слева! Блядь. О! Чё? Ярва! Берегись сзади! Да, блядь! Добивай! Брат, сзади! Блять, Нёка! Где она? Подожди, где она? Последний враг! Добивай! Фрея, ты сказала, мы дали Лаве приказ? Мертвее.
Мертвия, убитого мертвя снова. Так, парируя молнию, ты сможешь получить хороший шанс на контратаке. Навыки. Прокачалось, что-то прокачалось. Левиафан. Ледяное пробуждение, ледяной порыв. Я им вообще редко, походу, пользовался. Глушение, урон. Я даже не знаю, что лучше взять. Значительно повышает сопротивление урону и сбиванию с ног во время действия навыка. То есть, если я делаю вот этот навык, то мне типа получаю меньше урона или что? И оглушение вызывает на навык. Умеренное усиление эффекта оглушения, вызванного навыком. И урон, да? Левиафан, это с разбега. Считается, что оружие Муспельхейма хранит память тех, кого убило, даже будучи расплавленным. Металл живой? Это, несомненно, метафора. Нет. А сундук? За сундук я чуть не забыл. Раскаленные угли. И светоносный сплав. Так, где выход? Подожди. Светоносный сплав. Нужно посмотреть, возможно, я могу щит. Так, во-первых, давайте улучшим щит стража до 7 уровня. Светоносный сплав у нас появился. Да, давайте улучшим щит стража до 7 уровня, это раз. Кому-то крепко достанется. И у меня, кстати, хватает раскаленные угли есть одни. Мы можем щит этот улучшить, который получает заряды вечной мерзлоты. Еще, кстати, один из хороших каркасов, это каркас возрождения. У него два параметра: защита, живучесть, плюс у него есть возможность лечиться через щит. Ну ладно, пусть пока здесь будет вот этот новый, который каркас поглощения. Надеюсь, у тебя боевой настрой. Почти мы раскачали до 6 уровня Кратоса. Надо будет еще барахла, приходи. Хорошо, так, все, идем, получается, теперь к третьему испытанию. Ну подожди, видишь, у нас горит на рукояти два символа, F и N. Но они вот неактивны. И есть вот такие вот два символа, N, R. Ладно, а ну-ка, можно сейчас нажать просто кнопочку, я не пойму, допустим. Сочетаний. Звучит свирепо. О-о-о. А это как? Испытание стойкости выжить. То есть ты понял, мы выполнили те два задания, чтобы выполнить какое-то следующее. Испытание стойкость. И он, видишь, там есть сброс комбинации. Я был прав. 99 врагов. А вот кто нажал? Слева! Они фиолетовые, 7 уровень! И 6 и 7! Сзади! Осторожно! Потому что я прокачался немножечко. Осторожно! Сзади! Ни хрена! Я, походу, это не пройду, слушай. 99 врагов.
Это что получается, если я сейчас сброшу комбинацию, мне потом заново нужно будет проходить определенные испытания, чтобы сделать комбинацию? Звучит свирепо. Или как? Я был прав. Налетчик слева! Ого, с одного... А, он сошли с черепом. Охренеть. Ну и как я тебе это пройду сейчас? Восьмой уровень. Нужно, короче, наверное, делать сброс. Если, подожди, я не до конца разобрался. Надо сделать сброс комбинации. Попробовать, подожди. Допустим. Сочетаний. Звучит свирепо. Если мы сделаем сброс комбинации. Все, она потухла. Понял, да? И ее, получается, заново нужно активировать. То есть идти выполнять заново вот эти третьи... Сколько их получается здесь у нас тогда? Комбинацию. Вот эти же вот две, получается, нужно делать правильно. N и R. Не понял. То есть нужно вот этот вот активировать. Вместо F. Топал. Быстро убивай врагов, чтобы продлить время. Не знаю, с кем связались. Драугер слева! Альфа! Рот! Берегись, сзади! Ой, блядь. Вомонисты. Сзади! Где она? Осторожней, брат! Это биврёк! Убивай. Где ещё враги? Где враги? Пойму. Убивай. Тихо, 22 врага. Сзади! Не хватит. Брат, сзади! Да, блядь! За тобой, брат! Осторожно! Где там, кто там, где еще? Попади! Еще один, еще один, где он? Ясно!
если это живой металл, зачем он тогда течет к платформе? Давай выясним. А, и сундук, видишь, здесь еще. Каменевшая кость. И тлеющие угли. Это камеру дернула, я не понял вообще. Раз. Я тут только не пойму, два. Почему только две? Хотя можно сделать три комбинации. Минимум. Так, смотри, я могу улучшить и Левиафан рукоятку. Рукоятку до 8 могу улучшить. И клинки хаоса до 8. Но у клинки хаоса, видишь, у него 3 параметра. Мне кажется, 3 параметра будут лучше. Лучше. Тут будет клинки. Ну и то, видишь, я только-только дотягиваюсь до 6 уровня. Так, N получается здесь на средней. Да, здесь на левой F, на той значит R. Получается, вот эту N мне придется сейчас еще раз пройти, чтобы активировать тот меч. Хоть я и прошел. Да вот это вампирит, вы не прерывно теряете здоровье. Забери. Налетчик, слева! Ребят, стреляю! Сзади! Где кто есть? Кто их бросается, да? Осторожнее! Точно, у меня же от топора. Отлично. Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Я наеду. Стреляй слева! Блять, эти штуки! Да я стреляю не в эти штуки! Хорошо, это работает! Альфа! Справа! Давай! Берегись сзади! А это не Нёка? Наконец-то! Левее! Не вышло в этот раз. Мишка, это как-то... Ура!
Его мёка лечит. Держи его, держи. Ах ты, сука. Выполнено вампиризм. Фунтука больше не будет, да? А, не будет, смотри. О, раскаленные угли. И светоносный сплав. О, так здесь ничего себе. Светоносного сплава можно нафармить. Я к Броку. Ядро могу вот улучшить. Если мне пепел 1000, то 7 уровня. В такой броне даже занозу не посадишь. Ой, я теперь 6 уровня. Так, здесь еще поторговал, напродавал старого барахла. У меня там, оказывается, окаменевшая кость есть. И я вот смогу улучшить топорище камнетеса тоже до 8 уровня. У меня уже заканчиваются разбитые руны, поэтому я не знаю, чем дальше мне теперь торговать. И бабки брать на улучшение. Так, вроде бы дальше пока я ничего больше улучшить не могу. То есть пока это максимум, что я могу себя прокачать. Окаменевшая кость, возможно, еще окаменевшую кость сейчас могу нарыть. 35 часов уже наиграл. РН. Посмотрим, что это. Получается, мы FN, RN. Вот их три метки, N, F, R, да? А вот FR, например, есть? Нету, да? Либо их вот это только две комбинации, может быть. Ну, давайте посмотрим RN, что за комбинация. Пытание «Грозные враги». Победите в серии поединков с опасными врагами. Угу. Не факт, что было против. Я был прав. Опа, какой 7 уровень, хотя бы один. Это нужно в бок уходить. Сурово! Ты как брат! Добивай! А мы когда-то дрались с таким большим дядькой. Путники. Опа! О, я помню эту. Питер, добивай. У нас ее не получилось, кстати, тогда добить. А не, одну мы добили, одну нет. О, ненавижу этого. Опа, попался. Откуда он упал?
это есть. Не-не-не. Тебя глушили. Добивай. Не, это вроде попроще. Хотя бы не 100 врагов. Давали, сука. Нет, 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 блять, буду камень юзать. Что ждать? А сзади сейчас получу еще один. Лечится! Я тебе сейчас полечусь. Сколько их еще? О! О! Вот это вот настоящий Хеймдаль. Ого. Блять. Не выживу. Ого. Это жестко. Я здесь просто непонятно сколько их, понимаешь? Я был прав. Хоть раз попаду вовремя. Давай. Ничего себе! Ай, блядь. Добивай. Видишь, я до красной этой добивашки добил ее, чтобы ее сразу и хватило. Это противный. Ай, блядь. Нет, это что-то вообще плохо. Отлично. Коденька прям на щит бьет. Что-то по здоровью у меня, конечно, не густо. Нормально выскочила. Ясно.
Мы не вовремя. Офигеть! Короче, она меня завалила. Короче, я сейчас попробую еще раз, когда дойду до... Я уже даже забыл, кто меня там победил. А, до Хеймдаля, у того телепортного. Тогда включу запись. Кстати, впервые за все время, было у тебя такое или нет, впервые за все время у меня God of War Ragnarok завис окончательно и бесповоротно. Так, короче, смотри, я активировал третий вариант комбинации. Сейчас узнаем, что здесь. Смотри, значит, первая комбинация, которую я было активировал, это FN. Это там, где нужно убить 99 врагов за определенное время, или просто убить 99 врагов. NR. Это там, где нужно убивать больших боссов. Это там, где мы остановились на... Типа Хеймдаля я его обозвал. И сейчас узнаем, что у нас здесь на испытании. Может, хотя бы какой-то из них мы сможем пройти. То есть, получается, три варианта этих. Испытание щитолом. Убивать рядовых воинов, чтобы разбить щит их предводителя. Я был прав. Капитан Империи. Защищайся! Берегись сверху! Как ты, собака? Брат, сзади! Ух, тышка. Вот так вот делал тут Хеймдаль. Спасибо. Полностью новая способность. А, вот так он делает так же, как тут Хеймдаль. Так, где еще враг последний? Типа теперь можно драться с этим. Да, так он точно такой же самый. Типа мне накидывает своим молотом, блядь. Осторожней, брат! Это бедрёшь! Ай, все, и он, да, опять своих призывает. О, да это еще одно сложнее. А нет, ты шо? Ну, половину я ему сбил. Но это очень сложно. С правой стороны! Так вот, ебать, вот это он размахивает своим пендальфом. А все уже. Энхери и Ловче. Да ни хрена себе. Куда он поток своей энергии кидает? О-о-о! Да колотун свой угомони, блядь! Осторожно!
Ебать, кто там поливает? Так? Это я сюда. Иди в руку! А, я ее не могу убить, пока я мелких не убью. Я херею. Да не, вы чё избиваете? У него жизни мало. Курва эста, где топор, блядь? Уходи, блядь! Волчая осталась. Блядь, где там кошка нахуй? А, теперь у нее рядовые. Я не вижу ни хера. Нет! Нет, сука, нет, блядь! Я херею. Повторить такое не вариант, невозможно. Блядь, начали с этого, да, главного, и остановились вообще, не смогли пройти ловчую. Я был прав. По здоровью вообще что-то беда, не это. Вот эти, сука, инферии, блядь, стреляющие. Блядь, топор, сука, где там тот? Что за вот эту, блядь, подбить? Спасибо. Стреляй в него. Гляди на него. Ты брёшь там, где он есть. Все, империи приперлись, да, его? Защитники. Блядь! Подожди, я не понял, кого можно бить, кого нет. Уходи, Кратос, блядь, уходи, дурачок! Осторожно, сзади! Сука, блядь, слепуны эти, заебенили! Да уберись ты! А что делать? Кого там, кого, куда нам? Вот это, блядь, и выдал выпад. Подожди. А еще эльф и бубки пришел. Эх, ну все, нету? Мотыгон такой у него, блин, мощный, конечно. Да сколько? Берегись сзади! Взрывается, сучий потрох! Это бедрёк! Враг слева! Блядь!
Блять, сука, пока эти ебучие камушки бегал, блять. Где там? Кто там? Мне топор в любом случае нужно, а? Да, блядь, сука! А где топор, блядь? Алка! Сзади! Сучка! Сколько у нее еще охраняет, еще, блядь? Рэя, блядь, добивай его нахуй! Ждешь моей команды или шо особого приглашения? Блядь! Да попадите кто-нибудь по рогам! Блядь, шо она опять? Да блядь, как? Блядь. Подожди, у нее эти не пришли, нет. Блядь, куда ты меня, сука, тащишь? Да, блядь, отбивайся от нее. Сука. Короче, нет. Пробовал. Не могу справиться с ловчей и все. Вот так вот половина здоровья не остается. Ничего не могу сделать. Не хватает здоровья и все. Не успеваю я за всеми контролировать. Сейчас, короче, попробую FN, там, где 99 убийств нужно сделать. Попробую еще это. Если не, все дальше просто я не тяну горнила. Так, сразу улучшаем каркас поглощения до 8 уровня. Раскаленные угли и 1000... Божественного пепла. Врежет гораздо больнее. Угу. И сейчас попробую еще улучшу щит стража. Только надо где-то 10 тысяч серебра найти. Короче, продал уже почти все, что было. Денег уже почти нету. Улучшу сейчас еще щит. Кому-то крепко достанется. 8 уровня. У меня, в принципе, все уже 8 уровня. Будьте начеку. Будем. Так, ну что, сейчас попробуем. Попробуем еще раз там, где нужно 99 убийств сделать. Если нет, то нет. Пока дальше не тяну я эти три испытания. Очень сложно, не хватает уровня. Здесь, если я не ошибаюсь, были и 6, и 7, и 8, и черепах. Стойкость выжить. Я был прав. Седьмой. Сзади. Восьмой. Мешает очень сильно. Только 9 из 99. Слева стреляю. Это работает.
Пойди, уходи. Осторожнее! Где кто? Не вижу. Аука! За тобой, брат! 25. Нихуя, блядь! С правой стороны! Я тебя Фрея помогай. Осторожно, сзади! Ослепит сейчас. Да, задаем жару! Брось оружие и на бульсеру! Спасибо! Сзади! Не, ну просто не успевай. Ну, вроде бы идет нормально пока. Брат, сзади! Брат, справа! Слишком быстро! Используй щит! Бежу! У меня шея залетела! 46 из 99, блядь. У камень же есть, да? Я ни хера не вижу, если честно, блядь. Эй, слева! О! Кратос! Сзади враг!
Дайте немного передохнуть. Ты, сука. Да, блядь! Сколько, 57? Камень же на месте? Куда ты? Это очень хорошая атака. Вперед. Прыгок вперед. И броня, которая сохраняет заряд, если я получу случайно урон. Ты зарядил и случайно получил урон, и вот оно сохраняет заряд. Будь начеку! Алка! Блядь, вот здесь кто-то стреляет. Эй, а что ты прогуливаешься? Сзади! Слева, брат! Да, блядь, юга! Да, блядь. Ебать, Инхерьев, сколько? Братос! Сзади, брат! Осторожно, сзади! Ой, где? Сука, нет! Сука, камень! Блять, осталось 8! Блять, добивай! Последний. Давай. Справились. И что Горн может нам предложить? Жесть.
Здесь есть что-то ценненькое? О. Откровенные ули. Ясно. От порядка прохождения испытаний зависит, какую награду получим. Тогда нужно попробовать завершить их в другом порядке. Посмотрим, что будет. Рогатый серебра. О, опаленная кираса Сурта. Ранив атакующего врага, Кратос наносит ему дополнительный урон. Это типа как? То есть мы разменялись уроном? Говорят, что эта тяжелая усиленная броня достойна самого Сурта. У меня что дает? При полном заряде, вечной мерзлоты, Кратос получает щит, предотвращающий потерю заряда. А. Тоже хороший. Асу. Еще, да? Пару ресурсиков. А, то есть этот сундук можно проходить несколько раз. Сейчас блюзик поставлю. Так, ну в принципе мы можем сейчас вот улучшить клинки хаоса до максимума до 9 уровня. Ну, не клинки хаоса, а рукоятку для клинков хаоса. В принципе, она неплохие характеристики дает. Она будет уже вкачана в мат. Максимальный уровень. В общем, смотри, есть есть FN, это когда нужно убить 99 врагов. И есть NF. NF это другое испытание. То есть уже это 4 испытания. Так вот, NF это испытание Огненное кольцо. Останьтесь в кольце. Попробуем 15 врагов. Кольце. Ага, вижу кольцо. Слева! Еще один драугер! Ой, седьмой. О, кольцо перемещается. Я не понял. Типа. Вот это, короче, еле. Враги, левее тебя! И... Пьянка! Скорее! Блядь, я не в круге! Кратос, ты весь в огне! Пройдем! Да ёбаный автоприцел, сука, заебёт он! Ёбаный! Это, ты кто такой? Ты кто такой, блядь? Ого! Ай, тут сгорю! Там осталось 4 врага убить. Кстати. А. Я очень удачно умер. Прям под башней яда. Кстати, вот тех драконов я не видел, но это, походу, мне, походу, за них рассказывал. Понятно.
Давай. Блин, добивание опасно делать, потому что оказывается вне круга. Нет! Еще трауры! С левой стороны! Брат, кинь его на землю! Че? Че мой топор? Где мой топор? Сука. Осторожней, брат! Это пидрёс! Я рад, что это пидрёс. Безумно. А мне нужно с ним так побить. Брат, бей его на землю! О! Добиваю. Я вне круга. Кто это такой? Виверна Одина. Один из... Один из самых смертоносных боевых монстров Асгарда. Какой-то урод решил, что дракон с силой Виврёста – это немного чересчур. А вот Виверна будет в самый раз. Если еще не ясно, объясню. Урода зовут Один. Знать не хочу, что за ужасные опыты он ставил над бедными зверями, для которых эта энергия так же чужда, как и купание в лаве. Ну смотри, 2 из 4 мы уже одолели. Ну, FN и NF, даже, наверное, NF, это одно из самых простых. Тающие угли, ищу. 40 тысяч серебра. И оплетка какая-то. Опаленные наручи Сурта. Уменьшение урона. Совершая базовые атаки и применяя навыки, Кратос получает меньше урона и становится устойчив к сбиванию с ног. Уменьшение урона 20%. Это как? Это в смысле, как это работает? Совершая базовые атаки и применяя навыки. Интересно, но, наверное, пока нет. Я не знаю, опаленные наручи Сурта. Все, сундук уезжает. Здесь еще, получается, осталось 2 сундука.
Так, можно щит улучшить до 9 уровня. Там на максимум щит стража улучшить. 20 тысяч стоит. Надеюсь, у тебя боевой настрой. Ну, почти уже до 7 уровня поднялись. Так, я вот собрал печать, или, короче, НР. Но здесь другое испытание. Испытание резня, продержаться отведенное время. В общем, получается, наш, скорее всего, РН. Это там, где большие боссы, мы деремся. А НР — это резня. Сейчас посмотрим, значит, это получается какое-то новое испытание. 300 секунд, типа, продержаться. Кратос, брат, сзади тебя! Она мне морозит! Кирилл! Осторожно, сзади! Сука, опять морозит! Блять, а, о, как он не убил. Они с Хельхеля, я помню этих жмиков. У меня фул заряд. Вот видишь, чем хороша была та броня, что не давала сбить, как только я зарядил этот самый. Нет, блядь. Хер знает, откуда стреляют, блин. Он все навонял. Осторожно, сзади! Что ты делаешь? Актёныш ранил, сука, второй ранил. Ничего себе! Остерегайся хвоста! Осторожно! Сзади! Ай, гад! Пьянство! Берегись, сзади! Блядь, я не вижу! Сто 11 секунд продержал. Одну, а две вторых продержался. Сейчас. Сейчас. Я думаю, это можно пройти. Сука, морозильник этот. Фрея, помоги, блядь. Блять, вот долго сбрасывать себя, это просто какой-то ужас. Изначально лучше цепями поработать.
Кто там, блядь? Ничего там вот не шарит. Я не того кидал. Это можно не наделать. Где там есть? Противные мелкие. Эй, слева! Блядь. Да блядь! Правее тебя! Где кто есть? Только вот эти вот кумарят. Так кровь у него уже, блядь. Как быстро я там горю. Правее! Да, блядь, иди нахуй! Осторожней, брат! Это биврёк! Пиздец, блядь, ублюдок ёбаный, блядь! Стратос! Сзади, брат! Осторожно, сзади! Сука, так и знал. Эй, я нажал камень, блядь, ты что, дура? Пиздец, блядь. Там можно было пройти, там 80 секунд осталось. Ну-ка. Морозилки эти пришли. Ну-ка, вылазьте, блядь, с огня, блядь, уёбки. Кратос, ты весь в огне. Конечно, блядь, хватит. Ну-ка. Фрея, ну помоги ты, ёб твою мать, где ты есть? Нет, я все здоровья потратился, блядь. Прощай! Вообще там здоровья не осталось. Да не, давай заново. Серия, да, блин, армила эта длинная. Ясно.
сука, все равно успел один ублюдок. Ого, там так быстро клацать надо. Где ты? Справа, брат! Как бесит эта лава, слушай. Блин, вроде бы ничего такого сложного не... Так а что ты проходишь, как идешь свободной? А меня вот эти песи, которые за спины стреляют, там где-то стоять. Ну добивай ее. Нереально кумарят, стоят там где-то по картой. Сука, и накидывают. Ублюдок, ебаный, блядь. Сзади враг! Так сделай что-нибудь с ним, блядь, уже. Впечатляет. Стратос, сзади враг. Ну, там же еще должен прилететь это. Осторожно! Да, блядь, лечись! Тут, блядь, сзади. Где он, блядь? Что это, сука? Да, блядь! Как? Ебаный птеродактиль. Сука, там стреляют, там клюет, блядь. Ну куда ты? А, сука. Куда ты меня, блядь? Убивай его. Блядь, сука, откуда вы стреляете, ублюдки? Осторожно, сзади! Ебать, в голову, блядь. Да куда ты там нацелился? Ты нахуй. Да возьми, блядь, ёбаный камушек. Кратос, сзади враг! Осторожно, сзади! О, блядь, опять дракон. Этот дракон меня разъебёт. Осторожней, брат! Это не врёт! Нет, блядь, 20 секунд! Ай, блядь, ёбаный пердак! Сука, 14! Нет, сука, 13 секунд ёбаных осталось! 10! О, сука, ну ублюдки! Сука, ну откуда там взялся второй птеродактиль?
Где, блядь, эта кнопка, блядь? Кратос, сзади враг! Сука, не то ты делаешь, блядь! Сзади! Да. Бля, почти прошел. Иди ж ты нахер, а. Опять их вылупили. Разилки. Осторожно, сзади! Берегись! Сзади! Альфа! Кратос, сзади враг! И по шапке. Берегись, сзади! Да блядь! В какой секунде прилетает птеродактиль? Это еще не добитый. Так, все, уже здоровья нету нихуя. Сейчас птеродактиль уже не это будет. Где-то на лаве и кидает раз в минуту свои бомбы, блядь. Так что мне, блядь, с ним делать? Он стоит там в лаве, блядь. Берегись, сзади!
Кратос! Сзади враг! Берегись, сзади! Блядь, ну ты заебешь, блядь, плеваться, сука ты, блядь. Да ты посмотри, ебать. Писать сюда нет смысла, блин. Это не раньше, чем драконы прилетят, нужно камень. Реально очень бесят вот эти, которые кидаются ядом, блядь. Их, сука, не видно в толпе боя. Отец, блядь. Блядь. Осторожно, сзади! Хватило. Так не в миру, блядь, сука, клинки. Да почти ж ты не во, блядь. Холодно! Уже половины жизни нету. Сука, ну ублюдок, а? Сука, блядь. Да, блядь, убил законченный, блядь, а? Блядь, ты задрал от сзади, ну убей его, раз он сзади. Половину только успеваю продержаться. А потом просто на двух драконах я уже не могу. Осторожно, сзади! Ну смысла просто нету на 150 секунд вставать сейчас с камня и обратно упасть. Он прилетел уже. Я уже прилетел дракон, еще до сих пор тролля этого не завочил, блядь. Остерегайся хвоста! Остерегся. Да не, ну блядь, не хватает мощи. Сука, как ни крути. У меня сейчас уже память, блядь, закончится просто. Ну можно ж, я ж дошел бы. Оставалось же 10 секунд. Слева! Атакуй!
А где дальники появились или еще нет? Что он к себе не подтягивает? Прощай! Осторожно, сзади! Что это сделал? Блять, вот он там стоит. Все, ему ничего не сделает. Что не делать? Есть, да? Разменялись. Кратос, сзади враг! Только перестаешь следить за вот этими уёбками, все начинается прилетать. Откуда-то. Очень неплохо. 50, нормально. Даже не мир оценил. Опять этот живой еще до сих пор. Осторожно! Блять, я не вижу его ебучую атаку, когда он атакуется и ручкой. Вот, например, за троллем вообще не видно вот этих мелких, которые кидаются булыжниками. Вот только что прилетело, просто я даже... О, пичку. Ой, смотри, как хорошо, пичку одну нету. Отлично. Отлично, главное не тупим. А, блядь, нахуй, не похуй. Я прохаживается себе спокойненько. Кратос, Кратос, сзади тебя! Артедурба! Справа! Серия! Они были разве? Ого. Куда ты, блядь, наклеился там? Останови его! В смысле, блядь, что это такое нахуй было только что? 35 секунд осталось. Блядь, это опасно, я так вот пробил. Берегись сзади! Добивай, ушаги, таймер. Забивай. Просто нужно было немножко сконцентрироваться. Добраться. Все получится. 36. Итого, на записи 2.40, но здесь я больше. Здесь я 5 часов. В Муспельхейме самом.
2000 пепла. 40 тысяч серебра. Стойкость Муспельхейма. Преимущественно увеличивает урон в ближнем бою при максимальном запасе вечной мерзлоты, жары или вихря в зависимости от рун. Угу. У меня уже собрался комплект, кстати, но у меня еще до сих пор не разблокирована эта штука. А что дает мне Йотунхейм? Йотунхейм дает максимальный запас ярости. А эта штучка? Оглушение. Увеличено на 7 урон от оглушения. Вот еще. Это было резня продержаться NR. Значит, я прошел FN, там где 99 убийств. Прошел NF, там где остаться в круге и убить 15 врагов. И NR. Резня продержаться. 300 секунд. Не знаю, здесь что-то меняется или не меняется. Возьму Фрей, вот этот навык. Имена раздуши. Фрей хватает взять еще звуковой резонанс. Фрей уже почти на максимум лучше. А вот здесь полосились стрелы. Рунные стрелы. Так, в принципе, у Кратоса собралось достаточно таки много опыта. И я думаю, в принципе, я часто использую все-таки вот эту бурю Ньорда. Как бы я ее, наверное, вкачаю в максимум. Дорого, но я качаю. Я вот думаю, наверное, взять все-таки себе вот это неугасаемое пламя. Да вот такие интересные броня. Мне ее... подходит. Параметр нравится, работает. Очень часто повыручал, когда сохранял этот самый. Заряд. Так, в общем, короче, нашел я какая пустая руна. 6 рун вот таких вот. 6 испытаний. Значит, смотри. Давай посмотрим, что это у нас. Да. Питание. Питание фантом. Победить всех фантом. Врагов. Значит, смотри. FN. Запоминай, FN. Убить 99 врагов. RN. Большие боссы. FR. Командир Энхерия плюс ловчая. NF. Остаться в круге 15 врагов. NR. Резня. Продержаться 300 секунд. И RF. Фантом. Так, ну что ж, давайте посмотрим, попробуем, что у нас там. Опа. Пилюлина сразу. Сходу. Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Светится! Значит, можно есть! Угу. Сейчас можно ударить, не упусти шанс! Бей воротникам! Скорее, пока не восстановилась! Сколько будет длиться? Враги, слева! Я не играю.
жалко! Справа стреляю! И фантом уже восстановился. Извините, не, ну это жопка. А он чуть стреляет как-то, он видит. Охренеть. Рот! Киндеринг, а нет. Этот последний. Скорее, в атаку! Наступаем! В атаку! Алка! Это пор эпический момент. Продолжай в том же духе! Алка! А фонтаны, поехали. Я сейчас слышу, у них убумкало. Разберись с родниками, брат! Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Я уже почти его победил. Берегись! Сзади! Ой, блядь, фантом, где ты? Алка! Наступаем! В атаку! Алка! Будем. Блять, да шо там, сука, ебанько? Сука, ублюдок, в спину убил. Надо ж тебе, блять, а? Тут не сколько сам фантом страшен, сколько вот эти мелкие упыри. Я не понял, а,
Кратос, ты весь в огне! Вижу. Убивать его. Жизни маловато. Продолжай в том же духе! Сейчас можно ударить, не упусти шанс! Давай, 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 давай. Наступаем! В атаку! Ядро ослаблено! Алка! Приготовь щит! Браво! Осторожно! А, кстати, враги, походу, меняют. А, в зависимости от того, какой мы фонтан уничтожаем. Наступаем! В атаку! Блядь, я прям под фантомом. Ты горишь! Пройдет! Давай топорик, где ты там? Продолжай в том же духе! Ротники, брат, скорее! Где? Бля, где? Что? За тобой, враг! Алка! Что? И сейчас что будет финальный фантом? Отлично! Осталось немного! Забей! Есть, все, хорошо. Пламенный фантом. Я сохранюсь. Питание фантом выполнено. Два испытания осталось. Денег здесь нормально я заработал. О, ремень Султа. Ну это то же самое, да? Базовые атаки, меньше урона. А здесь неугасаемо повышает скорость накопления. Там и там седьмой уровень.
Так. Так, мне получается осталось два испытания. РН, это там где большие боссы, и ФР, там где командир Энхериал. Я пройду их, наверное, немножко чуть попозже, потому что уже нету памяти, куда записывать серию. Следующей серии я тогда пройду. Все, ребятушки, тогда на этом буду на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока.